Иванов. Я Сотников. Командир Красной Армии. Родился в 17-м году. Большевик. Член партии с 35-го года. По профессии я учитель. Сначала войны командовал батареей. Пик паскатов. Жаль, это мало. Сотников меня зовут. Борис Андреевич. У меня есть отец, мать, родина. Was? Was hat er gesagt? Er erzählt etwas von seinem Vater, von der Mutter. Also, soweit ich verstanden habe, etwas von seiner Biografie. Mhm.